Водители Яндекс. Такси помогут ли за алерт в поисках пропавших людей? Компания Яндекс объявила о начале сотрудничества с сервисом Яндекс. Такси с движением Лиза Алерт. Лиза Алерт – это отряд добровольцев, которые занимаются поиском пропавших людей и организовывают спасательные операции. В прошлом году добровольцам удалось найти живыми больше 10 тысяч человек. Работа отряда ведется уже в 47 регионах России. В результате сотрудничества к волонтерам смогут подключиться водители, подключенные к платформе Яндекс. Такси. Участникам будут сообщать о разыскиваемых отрядом людях в конкретном городе, где водитель работает. Оповещения будут приходить в приложение «Таксометр». Дополнительную информацию можно будет узнать по кнопке «Ориентировка». Нажав на нее, водитель увидит фотографию пропавшего, его особые приметы, примерное место, где его видели в последний раз, а также номер для связи с поисковым отрядом. Яндекс. Такси сотрудничает во всех регионах присутствия Лиза Алерт.